Здравствуйте, уважаемые зрители, боксеры, тренера, судьи и просто гости нашего города. Мы рады вас приветствовать на национальном чемпионате Украины по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения между Донецкой, Запорожской и Луганской областей. Сегодня в нашем ринге состоится 35 поединков в разных весовых категориях. После 16-й ровно судьи обслуживающий Роман Петров, город Мирноград, Донецкая область. Синий угол Сергей Сидоренко, город Запорожье. Я же правый, прям ночью. Готовы, готовы, готовы.
Бокстер 2005 года рождения. Представляет город Запорожье. Бокстер занимается 4,5 года. За это время провел 59 боев, 49 вышел победителем. Он финалист данного чемпионата Украины прошлого года. Тренируется бокстер Руслана Щербины. Первый тренер Андрей Трещук. Кроме бокса увлекается игрой в теннис и баскетбол. Спортивная цель – поехать на Олимпийские игры. Синий угол, Сергей Сидоренко, Запорожье. Приготовится к выходу из второй пары. Николай Гужуа, Запорожская область. Артур Сесаров, также Запорожская область. В этом бою с разногласием судей 2-1. Победа лежала на своей красного угла. Роман Петров, Донецкая область. Судейская бригада в составе рефер Станислав Карадеев, судьи сбоку Роман Городняков, Сергей Рыжий, Александр Михалко. В ринге вторая пара, красный угол, Николай Гужуа, Запорожская область, синий угол, Артур Ситаров, Запорожская область. Thank you.
1906 года рождения. Представляет город Орехов в Запорожской области. Боксом занимается 3 года. За это время прошло 32 поединка, 24 высших победителя. Он финалист чемпионата Запорожской области 2018 года. Тренирует боксом Игоря Гернового. Спортивная цель – стать мастером спорта Украины по боксу. Красный угол Николая Бужва, Запорожская область. Запорожская область.